Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать простой вакууматор. Он поможет вам вакуумировать самые разные продукты, и при этом теперь они будут сохраняться намного дольше. Итак, берем мини-компрессор на 6 вольт с AliExpress, USB-шнур. С одного конца зачищаем изоляцию, там 4 провода. Нам нужен белый и красный. Ну, у вас, скорее всего, это черный и красный. Спаиваем черный провод от двигателя и черный провод от USB-разъема. Одеваем термоусадку и термоусаживаем. А теперь у нас осталось два красных провода, их мы подключаем к выключателю. Воздух всасывается вот здесь сбоку, поэтому сюда одеваем трубку. Это трубка для подачи воздуха в аквариум. Включаем и проверяем, как собственно работает этот насос. Затем берем zip-пакет, но вот эти сам zip-замок, он держит вакуум плохо, поэтому дальше я вам покажу, что нужно сделать. Чего-нибудь туда набираем, я вот взял домашнюю курагу, закрываем, но не до конца, необходимо вставить шланг где-то возле фруктов, чтобы он находился. Под пакет я подложил деревянную доску, потому что дальше буду склеивать его с помощью утюга. Итак, включаем, собственно, момент истины, как это устройство работает. Посмотрите, как вакуум хорошо образуется там. То есть такой достаточно слабомощный мотор, но свое дело сделал. Теперь пакет накрываю бумагой. И затем утюжу его. Утюжу таким образом, чтобы заутюжить zip-замок. И, ну, трубку, конечно, потом нужно будет вытащить. И получается, друзья, вот такой вакууматор. Посмотрите, теперь можно его обрезать, если нужно меньше. В принципе, и так он будет работать. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много интересных поделок, экспериментов, роботов. Скоро будет робот, друзья. До новых встреч!